Православные отметили Пасху, день Воскресения Христова. Праздник праздников, древнейший и самый главный для православных христиан. Когда жизнь торжествует над смертью. В Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска праздничную литургию возглавил митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Пасхальное богослужение началось с крестного хода вокруг храма. Духовенство и все молящиеся с зажженными свечами совершили его под радостный трезвон колоколов. По ходу церемонии священнослужители сменили белое облачение на праздничное, красное. Отрывок из Святого Евангелия от Иоанна зачитывали сразу на нескольких языках. В знак того, что апостолы проповедовали Слово Божие всем народам. Хотя Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная ее неделя – первая Светлая Седмица. Проводимые ежедневные богослужения в точности повторяют службу пасхальной ночи. Двери алтарей всех храмов распахиваются как символ открытых райских врат.